поймаю! Клянусь, поймаю! Понять бы еще, зачем тебе это? Да не знаю, просто так, для поднятия настроения. О, нет! Это же лев! Да какой там лев? Ну тогда сам глянь, кто это? Говорю же, не лев, это птица мохнатая. А с виду лев. Лев? Вот это вот. Сейчас разберемся. Извините. Ну-ка, что это нам тут подкинули? Это лев! Спасайся, кто может! Эй, куда ты? Тимон, стой! Чего ты львенок? Маленький. Так он вырастет. Давай оставим. Оставим себе. Я клянусь, я буду его выгуливать. Если он насвинячит, я приберу. Это ты насвинячишь, а он сожрет тебя, а из меня зубочистку сделает. Или однажды, если все сделать правильно, он будет нашим другом. Я понял. Надо с ним подружиться. Молчи и слушай! Общество свирепого льва, согласись, не такая плохая идея. Так что, мы его оставим? Оставим, оставим? Естественно, оставим. Ура, что за вопросы ура, такие? Ура! Напомнить, кто у нас мозг операции? Наш лев по кличке Фред.